Давайте говорить о любви. Есть Бог в этом мире. Бог дает людям возможность любить. Веды объясняют, что в человеке живет две души. Одна душа — это как искорка маленькая. Она имеет вечную природу. И я душа, как на русском говорят, моя душа. Не моя душа, а я душа. Веды говорят, есть еще сверхдуша. То есть сверхдуша находится за душой. Сверхдуша — это и есть наша совесть. Это тоже та сила, которая нам дает чувство собственного достоинства. Она говорит, ты молодец, ты правильно живешь, ты достойный человек. Сверхдуша или Господь сердце человеку дает. Живи так, молодец, ты правильно. Тебя, допустим, люди не любят какие-то, но ты правильно все делаешь, молодец, иди вперед. Это чувство собственного достоинства зависит от оценки Бога у человека в сердце, не от его собственной оценки. Когда человек сам себя пытается оценивать, а не почувствовать свою совесть, то он сам обманом занимается просто. И вот сверхдуша в сердце человека дает человеку возможность любить. Как это происходит, я вам сейчас расскажу. Это очень необычный процесс. Вот, допустим, человеку в жизни, у человека есть судьба. Знаете, что все, что с нами происходит, это судьба. Случайностей вообще нет никаких. Вот все, что происходит, это судьба. И также муж, который мне дан, допустим, я с позиции женщины говорю, это тоже судьба. Вы допустим, скажете, Олег Геннадьевич, при чем тут судьба? У меня исключение. Это не мой человек. Допустим, вы можете сказать. Нет, это ваш человек. Каждому человеку дан тот человек, который ему положен. Ну, то есть, потому что иногда мы наказаны в жизни, иногда мы поощрены. То есть судьба не спрашивает нас, нравится нам что-то или не нравится. Но это не значит, что все будет плохо. То есть мы можем иметь знания.